Прямо сейчас мы идем добывать ему этот алмазы, потому что у него нет этих, и нам надо эти. Ну вы поняли, да? Нам тут координаты алмазов дали, сейчас мы их вскопаем по-быстрому. Слушай, меня не обманули. Я реально нашел. Ну а алмазы. Как они обманут? Он говорит, что не может их скопать, он скорее всего под спавном, правильно? Ладно, короче, я сейчас тебе кирку сделаю. Так, ладно, равняем место. Давай. Так, ну примерно вот так все расчистили. Так, вон там тоже вон расчистили. Все, идет массово прям прорубка фундамента. Вот будем заделывать это все буйжой. Так, ну вот, получается, фундамент мы сделали, примерно маленький каркас первого этажа мы тоже сделали. Дальше нам надо, наверное... И сделали тропиночку. Покажи, да, тропиночка, коридор, тропинка. Вот, да. Вот такая чудесная тропиночка. Да. А, то есть у нас нам будет сейчас... общежитие коридорного типа. Да. Короче, нам сейчас надо сделать вот тут вот комнатки, вот тут везде комнатки, а потом уже делать стенки, то есть вот эти. Потому что мы же не можем предугадать, где окна должны именно стоять. Так, будем делать, получается, вот такую лоджию. Думаю, будет красиво. А стекла у нас будут лаймовые, потому что... Вот. Прекрасно просто. Такая у нас будет лоджия. По-моему, это просто шедевр рая. Так, ребят, вот все, мы стекла все поставили. Это выглядит, по-моему, шикарно даже без крыши. Но сейчас там Андрей делает крышу. Уф, и будет, по-моему, прям прекрасно. Еще нам надо... Вон мне кровать, чел подогнал. Раз, два, сколько? Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Нормально. Жалко, не стакаются, да? Ну, короче, мы, в принципе, все закончили, осталась только крыша. И все. А, я знаю, как сэкономить. Полублоками? Плиты. Тель готов. Вот такая прекрасная штука у нас получилась. А ну, отпись.